Скажу так, я донская казачка, и у нас про конец света все время идут беседы, поэтому я, конечно, в них верю. Каждый раз к нему собираюсь, прощаюсь со своими близкими, пишу им письма счастья, закупаю шапки, спички, свечки. Мы до сих пор пользуемся того конца света, уже 4-й год пошел. Мы так затарились рисом и всем остальным, заперлись в бане, хорошо так врезали, отметили его прекрасно. На следующий день я подала заявление в ЗАГС. Это был лучший конец света, но предыдущий в моей жизни. Я думаю, что то, что сейчас происходит на планете, должно было происходить. И в том-то и отличие, наверное, меня и моих близких, что мы живем здесь и сейчас, так, как последний раз. Вот так, чтобы не надо было перецеловывать, чтобы мы успевали попрощаться, и завтра я не жалела, что я недолюбила кого-то, недоцеловала кого-то, недокормила кого-то. Нет, в нашей семье подобного нет. К каждому концу света мы готовы. Ну, по крайней мере, мы не успеваем перекрестить лоб, чтобы с Творцом поговорить. А если у тебя внутри свет, ты всегда готов уйти.